Антитеррористическая спецоперация прошла сегодня в аэропорту Алматы. Там были слышны автоматные очереди и взрывы гранат. К счастью, спецоперация оказалась учебной. Это спецслужбы отрабатывали навыки ведения и взаимодействия в случае возникновения террористической угрозы. Справились ли силовики с поставленной задачей, наблюдала и наш Ундерис. Аэропорт по периметру окружен оперативниками. В самолете заложники, захваченные террористами. Людей взяли в плен и потребовали предоставить воздушное судно. На принятие решения у силовиков считанные минуты. Здесь не скажет, стоп, снято. Это казахстанские спецслужбы отрабатывают в действии свои профессиональные навыки. Благодаря слаженности действий оперативного штаба заложники освобождены, террористы схвачены. Целью данного мероприятия учебного была подготовка и взаимодействие городского оперативного, алматинского областного оперативного штаба. Задачи стояли практическое совершенствование навыков пресечения террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры и массового пребывания людей. В учебной операции спецслужб были задействованы около 400 человек. Никто из участников процесса не пострадал, хотя выстрелы и взрывы были самые настоящие. А вся спецоперация по обезвреживанию террористов заняла чуть меньше 15 минут. Айнаш Ондирис, Мадиор Азалиев, 7 News, Алматы.